Ну что, ребят, всем привет! Здорово, бандиты, как я говорю. Меня зовут Ярослав, и вы на канале «Пойди прогуляйся». Вы смотрите мой маленький вложик о поездке, о прогулке в Карелию. Если вы продолжаете смотреть этот ролик, то я расскажу вообще, что здесь происходит и зачем я все это затеял. Изначально цель поездки была это отпраздновать день рождения моего друга. У него в сентябре день рождения, и он решил отправиться в Карелию, встретиться с родственниками в Ленинградской области и отправиться на рыбалку, на прогулку, ну, на природу, скажем так. И цель наша была сначала добраться до Питера. Мы из Владимира купили билеты, добрались до Питера и приехали утром на вокзал. Цена билета на поезд Владимир-Петербург стоила 3641 рубль в одну сторону, в обе стороны уже 7300, но были варианты и за 2500 рублей уехать просто в не очень удобное время. Имейте в виду, что также есть скидки на день рождения для именинника и нескольких его друзей. Действует она в течение недели, так что пользуйтесь, если получится. Пока едете в поезде, сделайте, как я советую, всегда домашнее задание. Посмотрите информацию о вашей локации, постройте планы, рассчитайте деньги и количество водки и так далее. В том числе посмотрите ролики по безопасности в поездке, в поезде и на вокзалах. Я не хочу нагнетать, но разводы от мошенников никуда не делись, просто будьте информированы. Вместе с тем, в поездах есть видеокамеры на всех углах, так что мелкие воришки вряд ли стырят ваши ношенные трусишки. Также хочу отметить возросший сервис и услуги в поезде. Детали уточняйте у проводника или смотрите специализированные каналы, там подробно и классно расскажут про ваши права за ваши деньги. Например, в вагоне вам могут дать бесплатно настольные игры – шашки, домино, шахматы. Когда я спросил у своего проводника про игры, она сказала, что вот у нее в вагоне их нет, но сейчас возьмет у соседей, попросит в другом и отдаст мне. И забыла про меня. РЖД, классика. Даже уютнее стало от такого сервиса. Потом наступила ночь, свет отключили, какие уж тут игры. Wi-Fi работает только около ближайших населенных пунктов. Кстати, теперь в некоторых вагонах можно ехать вместе с домашними животными. Ну, кроме медведей. Этот красивый джентльмен ехал к новым хозяевам в Питер и веселил нас все утро. Дальше по плану у нас была небольшая прогулка в Петербурге. Мы просто полдня походили, потусили, погуляли, посмотрели, что там есть интересного. И отправились дальше. Ну что ж, первая наша остановка в Петербурге. В Санкт-Петербурге мы решили погулять несколько часов между нашим приездом в 10 утра и отъездом в поселок городского типа имени Павлика Морозова. У нас есть несколько часов, и вот вам топ-5 мест в Питере, которые стоит посетить. Шучу, не будет этого топа, потому что никто мне не заплатил, чтобы я кого-то порекомендовал. Так что, ребят, здесь дам несколько советов. Первое, если погода хорошая, идите гулять. Есть очень много бесплатных мест для посещения, просто походить по улицам, походить по каким-то бесплатным там площадям. Если погода не очень хорошая, то идите в музеи. Ну и там по своему вкусу. Есть миллион вариантов, куда сходить в Питере, куча гидов. И даже здесь вам я не нужен.
классного. Немножечко погуляли в Питере. После целого дня у нас немножко гудят ноги. Вон, послушайте. Слышите, как гудят? В общем, будьте готовы к тому, что надо прям хорошую обувь надевать. Иначе прям вам беда. Когда мы пересекли границу Карелии, мы отправились в пригород города Лахденпохия. А если быть точнее, мы отправились в деревню Лумивара. Музейный комплекс Корела. Вход 200 рублей, времени нет, денег нет, так что вот такой кусочек я поснимал прогулочек. Довольно-таки красиво. В деревне Лумивара мы, в общем-то, сняли домик, хороший, красивый, с очень интересной локацией. Там есть лодка, там есть отапливаемый туалет, и, в общем-то, все шикарно. И мы там несколько дней жили, ловили рыбку, отдыхали, веселились и тому подобные вещи. Ребята, я здоровенный, здоровенный яд!
Оберхайтер. На третий день поездки мы поехали в парк Рускеала. Еще 60-70 километров от нашей локации, и мы в очень красивейшем месте. У меня нет ничего. Спасибо, что пустили так. Вход в парк Рускеала стоит 550 рублей, но, друзья мои, есть льготы для детей и пенсионеров. В парке много экскурсий, и если вы хотите попасть на экскурсии, лучше записываться заранее, потому что в моменте гиды могут быть заняты, и вам просто никто не поможет. Но здесь очень красивая природа, здесь можно просто погулять, и, в общем-то, есть чем заняться. В летний период здесь очень много всяких развлечений, типа прыжки на тарзанке, аренда лодок, зиплайн, это когда вот так вот ты катишься, ну и других развлечений в лесопарке. Я готов, но я просто ноги поджал. Сейчас мы дождемся. Что касается еды в парке, ну, в общем-то, она здесь дорогая, как и во многих туристических местах, ну, не стоит рассчитывать на то, что вы сможете дешево покушать. Берите с собой воду или еду, ну, или ищите, что вам по вкусу. Yeah.
Ну, блин. Кстати, в парке есть те, кто кидает монетки для того, чтобы вернуться. Эти монетки можно собрать и, в общем-то, собрать себе сумму на бутерброд с сыром. В любом случае, в парке есть чем заняться. Здесь очень классно гулять, развлекаться, просто двигаться вот по таким вот камням. Шхера они называются. На обратном пути из Рускеалы домой мы заехали на Рускеальские водопады. Ехать от парка Рускеалы здесь буквально там 5 минут. Вход на водопады стоит 400 рублей. Здесь примерно 900 метров тропа. Ну, как-то минут на 30 рассчитан, скажем так, вот этот маршрут. Есть что поснимать, есть что посмотреть, прикольно пофоткаться. Мы не пошли. Мы издалека посмотрели, вот здесь нам нормально. Будете ехать, не гоните, дорога хреновая, серпантин. Она как бы ровная, но дискомфорт вызывает то, что ты налево, направо, вверх, вниз и в поворот. Вот. Так что если у вас нет времени, или нет желания, или нет денежек, все равно можно вот здесь-то оказаться и буквально 5 минуточек посмотреть. Вот такие вот дары Карелии. А мы двигаемся домой. За всю поездку я потратил около 19 тысяч российских рублей. Список расходов у вас на экране. И в итоге я получил отдых, единение с природой, чистый воздух, воду, рыбалку и немереное количество грибов-ягод. А также понимание, что пока не готов к домику в лесу. По моему мнению, 2-3 суток отдыха хватает оптимально. При этом стоит ехать на северную часть озера, на Ладожские Шхеры.